В среду в Ленинском суде прошло очередное заседание по делу Мамо Фирояна. Свои показания должен был давать потерпевший, инспектор Хоронеко. Но он не явился. По словам адвоката полицейского Юлии Соколовой, Евгений уехал на восстановительное лечение. Когда сможет дать показания, неизвестно. Зато в суд явились коллеги потерпевшего. Из того первого экипажа, который был на месте за несколько минут до произошедшего. И уехал по неясным причинам. Михаил Кренделев и его напарник Виктор Смирнов приподняли завесу этой тайны. Узнали, есть ли пострадавшие. Вызвали они сотрудников ДПС, на что водители пояснили, что скорая помощь никому не нужна. А случившись, они уже сообщили в дежурную часть. Так как они сообщили, мы проследовали дальше по маршруту патрулирования. То, что пассажиры и водитель легковушки были сильно травмированы, патрульные якобы не заметили. Хотя, например, у Котовасова был рассечен локоть. Напарник инспектора, вызванный позже, в точности повторил версию коллеги. Их стояло несколько человек, которые непосредственно у машины стояли. Мы не уточняли, кто водитель, кто чего. Мы спросили, есть повреждения? Нет, все нормально. ГАИ вызвали, все. Правда в том, что беседовали именно с непосредственными участниками ДТП, инспекторы не могут быть уверены. Молодым людям поверили на слово, даже не проверив документы. Так вы можете утверждать, что именно водитель транспортных средств вам сказали о том, что вызвали сотрудников? Нет, я не могу утверждать из-за того, что мы не посмотрели документы, но люди непосредственно находились у автомобилей, то есть... В автомобиле? Нет, у автомобилей. Точно так. Видеоролики под кодовым названием 404 гуляют по Ютубу до сих пор. Это сейчас семейство Фироянов сменило госномера. А тогда, до инцидента с МАМО, каждый сотрудник ГИБДД знал, что с 404-ми лучше не связываться. Знали все, кроме, как выяснилось, Евгения Хоронеко. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.